продолжай искать ее. Метки. Наверняка она вела дневник или что-то такое. Как дела? Правда? Покажи скорее. Я знаю лишь то, что она мне рассказывала. У нее была теория о камнях душ, что души внутри них никуда не пропадают после использования, а отправляются в Каирн-душ. Каирн-душ — пристанище весьма могущественных существ. Некроманты отправляют им души и получают взамен магические силы. Мама много времени потратила, пытаясь вступить с ними в контакт, посетить Каирн-душ. Круг в центре комнаты — какой-то портал, определенно. Если я все правильно понимаю, здесь приведена формула, которая откроет нам безопасный проход в Каирн-душ. Горсть осколков камней душ, немного костной муки мелкого помола, изрядную щепоть очищенных солей пустоты. Ох, проклятие. Еще нам понадобится образец ее крови. А если бы мы могли взять такой образец, зачем нам вообще было бы тащиться в Каирн-душ? Идея. Будем надеяться, сгодится. Ошибки при работе с порталами могут выйти боком. Ладно, хватит болтать. Пора начинать. Да, наверняка. У мамы в лаборатории всегда были большие запасы. Надо лишь как следует поискать. Не получается собрать все ингредиенты? Вряд ли их будет трудно найти. Смотри, на столах, полках. Она не стала бы их прятать. Положи нужные ингредиенты в чашу и дай мне знать, когда все будет готово. Положи нужные ингредиенты в чашу и дай мне знать, когда все будет готово. Тогда все остальное за мной. Мы готовы отправляться? Я не знаю, что произойдет, когда я добавлю свою кровь. Давай. Все в порядке? Мне показалось, тебе было больно. Если задуматься, мне стоило этого ожидать. Это трудно описать. Каирн-душ, как бы это сказать? Голоден. Может и есть, но тебе он не понравится, думаю. Вампиры формально не являются живыми существами. Наверное, я смогла бы без проблем пройти туда. Полагаю, не самый приятный для тебя вариант.
Не исключен. Мы могли бы заплатить пошлину другим путем. Он хочет душу, и мы дадим ему ее. Твою. Моя мать меня научила паре фокусов. Я могла бы захватить часть твоей души и преподнести этот камень идеальным повелителям. Возможно, им этого будет достаточно. Это отнимет часть твоих сил, пока мы будем путешествовать по Каирну душ. Но там, внутри, мы найдем способ это исправить. Может быть. Прости. Хотела бы я знать другие способы посимпатии. Знай только. Какой путь ты не выберешь, я не стану тебя судить. Иногда просто... Я это знаю, как никто другой. Ну, на что ты решишься? Точно? Я помогу тебе в этом, но сначала обдумай все хорошенько. Да, ты останешься в клане смертных, но в Каирне душ у тебя будет меньше сил. Я знаю, тебе сейчас нелегко. Надеюсь, ты мне доверяешь? Я никогда не причиню тебе вреда. О, я постараюсь сделать это безболезненно. Не дергайся. Дальше. Пожалуйста, положите конец этим мучениям. Давай разберемся с этим побыстрее. Я слышала истории о Каирне душ, но не думала, что доведется увидеть его собственными глазами. В целом, только то, что мне рассказывала мама. Я сама еще кое-что читала, но совсем не... Когда происходит захват души в камень, и затем энергия используется для наложения зачарования, то, что осталось после, отправляется сюда. Ну, я думаю, это касается только черных. Не уверена, что Каирн душ устраивают любые подачки. Посмотри вокруг. Как думаешь, выжить здесь могут только идеальные повелители, мертвецы и сами души, если это можно назвать жизнью. Не думаю, что кто-то когда-то их встречал. Они могут быть под землей, могут летать над землей, они могут быть землей. Есть много теорий. Другие говорят, что они платят ими кому-то более могущественному, словно деньгами. Странные такие деньги. Что бы они ни делали с душами, собирают они их не одно тысячелетие. Кто знает, сколько душ томится здесь? Взгляни вокруг. Здесь есть весьма могущественный. Даже столь опытный некромант, как моя мать, не пожалеет потратить годы, пытаясь получить к ним доступ. Именно. Это давно утраченное искусство. Большинство некромантов просто поднимает какие-нибудь мертвые тела. Но из Каирна душ можно призвать нечто куда более могущественное. В этом-то и загвоздка. Обычное общение возможно через простой портал. Но для заключения сделки нужно отправиться туда лично. Большинство не возвращается. Живу в темном мире, куда не проникает ни один луч света. Это время ни на минуту не отпускает меня. Безумие. Чистое безумие нападать на ковен ведьм. Почему они меня не слушали?
ты еще откуда? Никому не убежать. Выхода нет. Так зачем мы пытаться? Помоги мне найти моего Арвака. Нечего ему делать в этом месте. Арвак, мой конь. Мы пришли в это ужасное место вместе, но на нас напали, и я велел им убежать. Я прошу тебя, он такой чудесный конь и так долго скакал. Постарайся спасти его. Такие места всех меняют. До встречи. Воздух, земля. Здесь все не так. Смотри на небо. Что же это за место-то? Только то, что мне рассказывала мама. Когда происходит захват души в камень, и затем энергия используется для наложения зачарования, то, что осталось после, отправляется сюда.
Так-так, смотрите, кто у нас тут. Скажем так, продал кое-что одному типу, который, как оказалось, вожжается с некромантами. Но откуда во имя Зенитара было мне знать, что ингредиенты фальшивые? Я что, похож на того, кто будет вредить некроманту? Так точно. Лошадь, телега и все. Шлепнулся сюда, даже пикнуть не успел. Я ведь был одним из лучших торговцев на Айроке, знаешь ли. Люди шли издалека и искали меня только, чтобы посмотреть, что у меня есть на продажу. Очень смешно. И чем, интересно, ты мне будешь платить? Погляди вокруг. Золотом ты себе здесь друзей не купишь. Вот что я тебе скажу. Я ценю то, что ты пытаешься сделать. Так что я тебе подыграю. Единственное, что здесь в изобилии водится, это стручки душ. Ну знаешь, мерзкие такие штуки, вроде грибов, растут прямо из земли. Принеси мне, скажем, 25 стручков. И можешь порыться в том, что осталось у меня в загашнике. Разные штуки, которые я собираю уже много лет. Ну, точнее, собирал, пока эта ерунда со мной не приключилась. Скажи мне, что ты ищешь, и может договоримся, если у тебя есть стручки. Нет стручков, нет и сделки. И вообще, пора тебе пойти и поискать что-нибудь полезное. Не могу в это поверить. Как нам попасть внутрь? Нам нужно поговорить. Сирана, что ты здесь делаешь? Где твой отец? Он не знает, что мы здесь. Нет времени на объяснение. Значит, я не справилась. Харкон нашел способ расшифровать пророчество, так ведь? Нет, ты все не так поняла. Мы здесь, чтобы остановить его и навести порядок. Подожди, кто это с тобой? Ты совсем с ума сошла? Нет, не... Ты, подойди сюда. Я хочу с тобой поговорить.
Скажи, как так получилось, что моя дочь путешествует в компании охотника на вампиров? Мне больно думать, что ты странствуешь с Сираной под видом ее защитника, лишь за тем, чтобы добраться до меня. Какая интересная формулировка. Я бы сказала, что Сирана была в куда меньшей опасности, пока мой нелепый план действовал. Сирана принесла огромную жертву, чтобы Харкон не смог завершить пророчество. Смею предположить, что это она тебе объяснила. Ты думаешь, я решилась бы запереть собственную дочь в гробнице лишь ради безопасности того древнего свитка? Свитки — лишь инструменты. Ключ к тирании солнца — сама Сирана. Когда я сбежала из замка Волки Харн, у меня было два древних свитка. Свиток, который был у Сираны, повествует об Ауриэле и его магическом луке. Во втором свитке говорится: «Кровь дочери Холодной Гавани ослепит глаз дракона». Как и я, Сирана когда-то была смертной. Мы были верными последовательницами лорда Молога Бала. Традиция требует, чтобы в день вызова Молога Бала ему были преподнесены женщины. Мало кто переживает церемонию, но уцелевшие превращаются в вампиров истинной крови. Мы называем их дочерями Холодной Гавани. Этого от нее ждали, как ждали и от меня. Это честь быть избранной в качестве подношения Мологу Балу. Она не осмелилась бы противиться. Так некоторые зовут владение Молога Бала в Обливионе. Этого от нее ждали. Это честь быть избранной в качестве подношения Мологу Балу. Она не осмелилась бы противиться. Теперь ты понимаешь, почему я хотела защитить Сирану, и почему я держала второй свиток так далеко от нее, как могла. Для завершения тирании солнца Харкону нужно заполучить лук Ауриэля и отметить его кровью Сирану. С его точки зрения, ее гибель послужит благу всех вампиров. И как, прости, ты планируешь остановить его? Ты вообще меня слушаешь? Я такой же чистокровный вампир, как и Сирана. Мое присутствие в Тамриэле столь же опасно, как и ее. Тебя не беспокоит ни Сирана, ни наша беда. Даже став вампиром, чтобы уцелеть в Каирне душ, ты останешься в глубине души охотника. Ты здесь лишь потому, что мы для тебя злобные чудовища, которых нужно уничтожить. Сирана? Незнакомка выступает на стороне тех, кто с радостью расправится с тобой, как с диким зверем. И я должна доверить тебя ей? Это незнакомка за то короткое время, что мы знакомы, сделала для меня больше, чем ты за многие века. Да как ты смеешь? Я отказалась от всего, что было мне дорого, чтобы защитить тебя от фанатика, которого ты называешь отцом. Да, он фанатик. Он изменился, но он все еще мой отец. Постарайся понять, что я чувствую. Сирана, когда же ты наконец раскроешь глаза? Когда твой отец узнает о твоей роли в пророчестве, что ему нужна твоя кровь, ты окажешься в огромной опасности. И чтобы защитить, ты решила оградить меня от всего, что я любила? Ты никогда не спрашивала, хочу ли я, чтобы меня заперли в гробнице. Ты считала, что я должна слепо следовать за тобой. Вы оба были одержимы, каждый по-своему. Твоя мотивация, возможно, была иной, но в конечном итоге я и для тебя просто пешка. Я хочу, чтобы мы снова стали семьей, но я не знаю, суждено ли этому случиться. Возможно, мы не заслужили такого счастья. Возможно, это не для нас. Но мы должны остановить его прежде, чем он зайдет слишком далеко. А для этого нужен древний свиток. Прости, Сирана. Я не знала, не понимала.
Я слишком долго позволяла ненависти к твоему отцу держать нас на расстоянии. Прости, если тебе нужен древний свиток, забирай его. Я пока не могу разобраться в твоих намерениях, но во благо Сираны я помогу тебе, чем смогу. Да, с тех пор, как я оказалась в заточении, я храню его. К счастью, у тебя есть шанс уничтожить барьер, который окружает эти руины. Нужно найти самые высокие каменные шпили из тех, что окружают эти руины. В их основаниях устройство для подпитки барьера энергии. Ее забирают у несчастных душ, которые здесь обитают. Уничтожь смотрителей шпилей, и ты уничтожишь барьер. Еще одно предупреждение. В Каирне обитает дракон по имени Дюрнивир. Остерегайтесь его. Идеальные повелители поставили его следить за смотрителями. И он, несомненно, вмешается, если сочтет тебя угрозой. Будьте осторожны и береги мою дочь. Смотрите, и вернемся к темнице.